Друзья, приветствую, с вами снова Александр Жук, автор блога HelpZarobot.com. И смотрите, у нас в Ростовской области ветер дует со скоростью 47 км в час. Сейчас, если повезет, услышите. Что будет, не знаю, как видите, я опять где-то, потому что температура воздуха плюс 29, ветер плюс 47. Ой, что будет? Свет пока есть, но что будет, кто узнает. Но я знаю точно, что будет. Что сегодня к вечеру я уберу бонус для тех, кто внимательно прочитает статью «Сила денег. Цитаты о деньгах». Там есть прикольный бонус. Он достается не всем, а только тем, кто внимательно дочитает до конца. Так, пересмотрите вот этот... О, пары. Вот тут уже явно больше 47 км в час. Ой, показать... Ой, это что у меня? Это черешня, а это яблоня. Заходите на статью, если вы не смотрели, внимательно пересмотрите. Очень много интересного. Скоро, возможно, я сделаю озвучивание каждой цитаты, но, опять-таки, не для всех. Так что, пока я не убрал бонус, пожалуйста, переходите, смотрите статью «Сила денег. Цитаты о деньгах». Первая часть из пяти, массу полезной информации почерпнете. Ну, а я буду ждать, пока закончится ветер. 47 км в час, это вам здесь не тут. А вот вам еще с другого ракурса. Ну, как вам погодка? Вот так вот. Напишите, какая у вас погодка. У нас, видите, выживаем, ждем, когда ветерочек закончится, ибо правильно повлиять не можем. А вот на свои заработки вы повлиять можете. И на получение бонуса также еще раз переходите на статью, смотрите, читайте, забирайте бонус, а главное, подумайте над силой слов цитат. Читайте и применяйте их. До скорых встреч!